Ты не один. Новый проект поддержки беженцам начал работу в Екатеринбурге. В ресурсном центре гуманитарной помощи Православной службы милосердия людям могут помочь решить бытовые вопросы, выдать вещи и продукты питания, дать юридическую и психологическую консультацию. Подробности далее. Когда человек приходит сюда, социальный работник в первую очередь выявляет, какой вообще запрос есть у этой семьи. 80 семей беженцев в ноябре обратились за помощью в Православную службу милосердия. Часто у людей нет ни жилья, ни паспорта, ни документов. Они нуждаются в вещах и продуктах. Теперь в Центре гуманитарной помощи нуждающимся будут оказывать комплексную поддержку. Мы хотим сделать то, что называется прием одного окна, когда человек приходит в наш центр, и в первую очередь это какая-то физическая поддержка, это одежда, это продукты, это лекарства. Затем необходима поддержка душевная, есть возможность специалиста психологической помощи вникнуть в жизнь человека, показать какие-то консультационные мероприятия. Также помощь социального работника, который профессионально расскажет, какие есть возможности и права у беженцев на пособия, на государственные разные формы поддержки и формы юридической помощи. Молебном на начало благого дела открылся штаб помощи беженцам. Это отдельный кабинет гуманитарного центра. Сюда приходят те, кто вынужденно покинул свой дом и приехал сюда из-за событий в Украине. Знаете, ни жилья, ни документов, ничего. И вот мы в Екатеринбурге, больше не к кому обратиться. Вот обратились в службу милосердия православную, поскольку мы сами православные. И человек приезжает сюда, приходит в центр, а здесь встречают люди, как родного, да, тебе улыбаются. Спрашивают, чем помочь. Опять же, кто-то, сами видите, как люди бегут. Кто-то ребенка под мышку, кто-то кошечку, кто-то не всегда с документами. А здесь именно продумана система. Если приехал паспорт восстановить, ребят помогают. Фонд президентских грантов поддержал проект «Ты не один». Также Православная служба милосердия ждет, что уральцы откликнутся на чужую беду и пожертвуют вещи, продукты питания или деньги для беженцев. И мы призываем приходить, присоединяться к делам милосердия. Подробная информация есть на нашем сайте kbmilosердие.ру. Помощь мы действительно оказываем, люди благодарны. Собственно, для этого все и реализовано. Вещевую продовольственную помощь мы окажем в любом случае. Если потребуется какая-то серьезная системная помощь, мы уже будем вникать запрашивать какие-то дополнительные документы, именно чтобы помочь этой семье. Адрес центра: Екатеринбург, Фучика, 3. Режим работы с понедельника по субботу с 10 до 16 часов. Соцработник и психолог работают по индивидуальному графику. По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 343 200 07 04.